Всем привет! Сегодня поделюсь с вами рецептом штруделя с яблоками. Я буду готовить его из слоеного бездрожжевого теста, которое я купила в магазине. Берем тесто и раскатываем его, предварительно посыпав мукой. Я буду готовить сразу два штруделя, поэтому у меня будет два пласта теста. Яблок нам понадобится 500 грамм. Из них удалить сердцевину и нарезать на мелкие кубики. Добавить 1 столовую ложку корицы и 2-3 столовые ложки сахара. Хорошенько перемешать. Добавить к яблокам 50 грамм орехов, измельченных скалкой. Тесто разложить на противень или на пергаментную бумагу. Сверху положить яблоки. Завернуть в рулет. Края должны быть закрыты вовнутрь, чтобы не вытекал сок и яблоки запеклись. Смазываем штрудель желтком и по желанию можно посыпать сахаром. Отправляем в предварительно разогретую духовку на 180 градусов на 30-35 минут. Достаем наш вкусный штрудель из духовки. И даем ему немного остыть. Украшаем и подаем к столу. Приятного аппетита! Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк!